Сегодня мы празднуем один из великих праздников, праздник воздвижения креста Господня. Этот праздник был положен начало этому празднику в IV веке, когда царица Елена нашла в Иерусалиме крест Господень. И вот в сегодняшний день мы имеем такую великую радость. В наш храм привезена копия Лонгина, которым был проведен Господь наш Иисус Христос. И это все стало возможным благодаря заботам руководителя аппарата администрации Игната Дельзяновича. И вот его трудами эту копию мы сегодня получили, освященную в Ичмиадзине, в армянском храме в Армении. И вот наши прихожане сегодня прикладывались к этой святыне, и в последующем эта святыня будет находиться вмонтирована в Голгофу нашего креста в нашем Петропавловском храме. Поэтому приглашаю всех желающих прийти и приложиться к этой великой святыне для того, чтобы почерпнуть благодать Господню и для того, чтобы Господь помогал вам в вашей земной жизни.